Маленькие баллады. Первое. Был он человек командировочный. Он любил домашние запахи хлеба, пота и табака. У него была сестра где-то в Коростене, а еще много одинаковых городов, много разнообразных вагонов. Однажды он пошел за пивом на перрон, и ему на миг показалось, что ветер пахнет снегом. Вторая. Хотя он был известным скрипачом, но струны оборванных проводов не слушались его. Он шел по совершенно бывшей улице, по лужам и штукатурке, и когда он остановился у своего дома, чтобы свернуть самокрутку, он вдруг отчетливо услышал, что ветер пахнет снегом. Третье. А мне было лет 9. За польской часовней на лужайке, вышитой одуванчиками, цвели дикие груши. Я ловил бабочек и уже почти поймал оранжевую углокрыльницу, как вдруг рванулся ветер. Тогда еще не знал, как пахнет снег, поэтому мне показалось, что это осыпаются цветы. И вдруг я увидел, что стою посреди правильных рядов военного кладбища. Трассирующий снег, короткие очереди лет.